Комиссии по расследованию причин пожара на Ухтинском НПЗ понадобится 15 дней, чтобы найти причину произошедшего 9 января. Об этом сообщила мэрия Ухты. Сейчас специалисты, которые в нее входят, приступили к изучению обстановки непосредственно на месте. Процедура проходит в закрытом от прессы режиме. Определен, цитата, «порядок работы, состав документации, требующий изучения, и список опрашиваемых лиц в связи с аварией». Накануне, напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному инциденту и впервые назвал сумму ущерба для предприятия – 12 миллионов рублей. В этот же день, как уточнили в «Лукойл Ухтанефтепереработка», в ходе пожара разрушились не 9 емкостей с присадками для топлива, как информировал МЧС, а только 8. Выдержал стихию, например, 25-кубовый резервуар, который стоял по соседству. А еще сама установка по очистке дистоплива не пострадала, как также говорилось ранее. Она, по идее, и является наиболее дорогостоящей в цепочке. Также, комментируя ситуацию, в «Лукойле» сделали акцент на результате работы санитарных врачей в день аварии. По данным Роспотребнадзора, замеры на предельно допустимые концентрации в воздухе стали производиться через 3 часа после прибытия первых пожарных расчетов. Пробы показали, что гигиенические нормативы превышены не были.